И еще о нужном и важном. Новоселье сегодня отмечают жильцы дома в микрорайоне Лошица-7. Для них это долгожданное событие и счастливое завершение строительной истории. Дольщиков, которым в прошлом году перед сдачей дома повысили цену за квадрат, услышал глава государства и пообещал решить проблему. И вот уже новоселов поздравила сегодня Светлана Чернова. Кухню будем делать угловую. И поставим вот место для стола. Здесь поставим диван, телевизор. Алексей Черняк вместе с супругой планирует расстановку мебели в новой квартире. Сегодня многодетная семья получила ключи от своей евродвушки в микрорайоне Лошица-7. Событие действительно долгожданное для дольщиков дома номер 2. Вообще ключи от своих квартир жильцы дома должны были иметь на руках еще 3 декабря прошлого года. Но не сложилось. Причем это не самая большая проблема. С приближением сроков сдачи дома дольщики получили дополнительное соглашение с оповещением, что стоимость квартир увеличивается на 17%. Это значит, что будущим жильцам в зависимости от площади помещения необходимо было бы выплатить от 20 до 30 тысяч. 6 тысяч рублей дополнительно. Дольщики не растерялись и в октябре 23-го записали видеообращение в ТикТоке к президенту. Уважаемый Александр Григорьевич, мы, дольщики строящегося дома номер 2 в микрорайоне Лошица-7. Нас более 400 семей. Около 300 из них – это многодетные семьи. Семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся, стоящие много лет на очереди по улучшению жилищных условий. Просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В тот же день, как мы записали видеообращение к нашему президенту, со мной связались и сказали, что все решится в нашу сторону, без доплат, и дом сдастся в срок. Потом на сайте УКСМИНГОРИСПОЛКОМа выставили объявление о том, что доп. Соглашения, которые нам предлагали, недействительны. Все остается так, как и было. Дом достроится в срок с прежней ценой метра. Своими эмоциями поделилась и Елена Сосновская. Многодетная семья из заводского района воспитывает 4 детей. Когда волнение по поводу строительства позади, самое время приступить к приятным хлопотам по обустройству новой трехкомнатной квартиры. Когда получили доп. Соглашение, столько было слез, хотели отказываться, но потом реакция не заставила себя ждать, и скоро нам сказали, что не будет никаких доплат. Столько было радости, были очень благодарны, что так все разрешилось. В дом номер 2 в Минском микрорайоне Лошица-7 заселится свыше 400 семей. Порядка 300 из них – многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и те, кто долго стоял на очереди за улучшением жилищных условий. Раз, два, три. 405 семей сегодня получат ключи от своих квартир. Значит, это второй дом вообще в застройке микрорайона Лошица-7. Еще у нас впереди 3 жилых дома. 3-й по генплану, 4-й и 5-й. С наступлением благоприятных температурных условий будут завершены работы по покраске фасадов. В ближайшие дни введут в эксплуатацию и подземный паркинг. Светлана Чернова и Виктор Борисов. Агентство теленовостей.